Сегодня в трех разных магазинах мы приобретем получение доступа к аккаунту модератора на проекте Relay World и посмотрим, какой же магазин или какой же человек сможет без проблем получить доступ к аккаунту и выдать его нам за некую сумму. А сколько это будет стоить и получится ли у этого человека получить доступ к аккаунту модератора или же нет, вы узнаете в данном видеоролике. Но перед началом я бы хотел разыграть трех драгонов и одного тигра на проекте Relay World. Если именно ты хочешь получить привилегию от меня на халяву, тебе нужно подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях написать свой никнейм на проекте Relay World. Но помни, не пытайся мухлевать, потому что все действия я проверяю, лайк, подписку проверяю, выполняй все действия и получай привилегию на халяву. Первый магазин, где я буду приобретать и в том числе его проверять, это Strix Mine Market. Все ссылки, кстати, будут в описании. Здесь мы переходим на главную страницу сайта, я выбираю Market. Далее нам нужно найти именно аккаунт. Аккаунты здесь максимально дешевые. Здесь, к сожалению, нет получения доступа к аккаунту даже. Мы не можем получить через этот сайт доступ к аккаунту, но зато мы можем приобрести уже готовый аккаунт по низкой цене. И мне реально, хочется проверить это. Dragon RVA, это значит Dragon Relay World аккаунт, 50 рублей. В поле никнейм мы указываем рандомный никнейм, потому что это ничего не дает. И здесь главное указать свою почту. Я пока что укажу рандом, покажу вам, как это вообще работает, и далее уже оплачу. Здесь мы ставим одну галочку, потому что без нее мы не сможем оплатить. Вторую галочку ставить не нужно, потому что мы оформим подписку на автопродление аренда клиент и дадим согласие на автоплатежи, то есть нашей карты списывать деньги, а мы этого не хотим, то есть галочку сюда мы не ставим, то есть вот эта вот штука у нас автоматически подключится, если мы поставим галочку. Если мы вдруг поставили галочку, то нажимаем отменить подписку и отменяем. Но я сейчас буду приобретать, значит здесь вводим рандомный никнейм, главное, чтобы это поле было заполнено, одну галочку, вторую не ставим, нажимаем купить за 50 рублей. И цена какая? Ну-ка, реально 50 рублей. Здесь оплата Тинькофф кассы. Здесь можно оплачивать через Сбербанк. Я буду оплачивать через Сбербанк. Можно через ВТБ, также через Альфа-банк, там всякие вот эти вот банки и так далее можно оплачивать. Но чтобы нам пришел аккаунт моментально, мы нажимаем «Нужна квитанция» и вводим здесь почту, которую мы укажем вот здесь. Я сейчас все заполню, получу аккаунт Драгона и попробую на него зайти. Я уже все оплатил и бежим на гриф выживания. Мне выдали аккаунт на почту моментально, кстати, потому что я поставил галочку, что нужна квитанция. И по идее, если у нас есть Драгон, мы можем зайти вот сюда. Да, по идее у нас вот справа ранг Dragon. Можем ли мы Fly использовать? Да, мы можем использовать Fly. Этот аккаунт я сразу забаню, то есть дам поддержки, что вот аккаунт. Кит Драгона мы тоже можем получить без каких-либо проблем. И у нас получается, что тут острота 5. На аккаунте что еще есть? Релики есть. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь релики. Как это смотрится? Информация 0 рублей. То есть 0 реликов у нас на аккаунте. Но Драгон присутствует, киты присутствуют, то есть они уже не использованы. И мы спокойно можем развиваться на первом грифе. То есть этому магазину я однозначно ставлю лайк. И без каких-либо проблем, перебоев он работает. То есть его порекомендовать я могу. Ну а мы переходим к следующему магазину. Погнали! Второй магазин, который мы будем проверять, хотя это даже не назвать магазином, потому что это торговая площадка, это у нас сайт, который я не буду называть, потому что в большинстве случаев там очень много мошенников, которые кидают. Там я нашел следующее объявление, которое вы видите у себя на экране. Мы можем получить доступ к любому аккаунту на РВ всего за 11 рублей. Это просто шок. Я написал, связался с продавцом и попросил ломануть аккаунт модератора. Знаете, что он мне ответил? Да, это возможно без каких-либо проблем, всего за 50 рублей. 50 рублей, друзья, это просто абсурд. 50 рублей аккаунт модератора. Ну, естественно, на такую халяву я согласился. Почему бы и нет? Мы сейчас приобрели Драгона за 50 рублей. А почему бы не приобрести, чтобы нам ломанули аккаунт модератора за 50 рублей? И посмотрим, что же из этого выйдет. Мне придется немножечко подождать, потому что все-таки на это нужно время, чтобы ломануть аккаунт модератора. Это все трудно, социальная инженерия и так далее. Но надеюсь, на выходе мне понравится, и у меня будет действительно аккаунт модератора. Не прошло и 5 минут, аккаунт продавца был просто заблокирован за скам. То есть он заскамился, и его заблокировали на торговой площадке. Деньги мне вернули, мои 11 рублей, но все равно ставлю
оставлю это в видеоролик, потому что на торговых площадках в основном не, значит, выгодно приобретать, небезопасно, потому что в большинстве случаев вас кинут. Лучше приобретать в каком-то магазине проверенном, допустим, как StrixMind сегодня выдал нам аккаунт. Но это еще не все, сейчас я бы хотел купить все-таки получение доступа к аккаунту модератора. Все-таки мы здесь собрались именно для этого у проверенного продавца Евгения Калекина. Погнали, приобретем у него аккаунт. К Евгению Калекину я обратился со следующим сообщением. Привет, сколько будет стоить получить доступ к аккаунту модератора на Really World и возможно ли это? Максимально понятно все в одном сообщении. И он мне незамедлительно отвечает. Здравствуйте, очень трудно, но возможно. По цене примерно плюс-минус от 5000 рублей. Время выполнения от 2 дней до 2 недель. Оплата после получения аккаунта. Это, кстати, реально очень круто. Но работа с предоплатой 500 рублей. Оформляем. На самом деле это очень выгодно, потому что полная сумма 5000 рублей, а мы платим всего 500 рублей. То есть, если мы захотим получить доступ к какому-нибудь драгону, то стоимость будет стоить, ну, рублей 500, и заплатим мы вначале рублей 50-100. То есть, из-за того, что это модератор, стоимость, естественно, выше, и так как это, ну, достаточно трудная работа, мы платим всего 500 рублей вперед. Это очень круто, и мы не платим полную стоимость. Также можно было бы договориться на другую стоимость, и после того, как мы зайдем на аккаунт и все проверим, что действительно аккаунт нам, ну, выдался именно вот аккаунт с модераторкой, то мы заплатим следующие деньги. После чего я ему пишу: да, я согласен, он мне скидывает ссылку на оплату, и я ему пишу, что я оплатил. Он мне отвечает: вижу, ожидайте, пожалуйста. И теперь мне нужно ждать до 2 недель. Что я вам предлагаю? Я знаю, что Евгений Калекин не обманывает, я очень много аккаунтов у него приобретал на различных серверах, тем более сейчас действует скидка 90% на товар, прайс-лист его будет в описании. Вместе с вами мы подождем до 2 недель. В моем телеграм-канале по ссылке в описании я вас оповещу, когда будет стрим. Как только он мне выдаст аккаунт, а я уверен, что он мне выдаст аккаунт прям 100%, я запускаю стрим на своем YouTube канале, и вместе с вами мы будем веселиться с аккаунтом модератора, устроим движ Париж, как говорится. Так что всех жду в своем телеграм-канале, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот стрим. В общем-то, что могу сказать по сегодняшнему видеоролику? Я рекомендую StrixMind, торговые площадки не рекомендую, Евгения Калекина рекомендую, потому что он никогда не обманывает и всегда на связи. Все ссылки есть в описании. С вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока, друзья.